Сегодня в Адлере у школьников прошла необычная линейка. В 26-й школе объявили о старте экологической акции. Участником может стать любой желающий, вне зависимости от возраста. К наведению порядка в районе призывают не только школьников, но и их родителей. Лидеры старших классов решили создать для участников субботника команды. Причем, чем больше там будет взрослых, тем вероятнее получить приз. Есть семейная команда, есть спортивная команда и есть интернациональная команда. У каждой команды свой лидер. Набираем как можно больше участников, записываем их возраст, а потом суммируем вообще. То есть может 1000 лет получиться. Так команда выиграет. Где больше возраст какой, 1000 лет там. 500 лет, вот так. Главный приз акции – iPhone 7. Во время субботника нужно сделать креативное селфи или фото, отражающее семейное участие в наведении порядка, и выложить снимок в Instagram с хэштегом «Чистый Адлер». Победители определят из 20 участников, набравших наибольшее количество лайков. Предусмотрены и другие подарки для тех, кто проявит заботу о своем родном районе. У нас достаточно много социальных партнеров, и это и упаковки конфет, это спортивная форма, родительские комитеты откликнулись с тем, чтобы поощрить. Но, на мой взгляд, это вообще совершенно не важно. Вот важно разбудить в ребенке ответственность, что я живу на этой земле. Подарок хорошо, но не главное. Конкурс пройдет в 2 этапа через соцсети Instagram и ВКонтакте в группе «Зеленая весна 2017 в Адлере». Участники, занявшие 2-е и 3-е места, получат цифровой фотоаппарат и электронную книгу. Итоги подведут через неделю после субботника. Кстати, в связи с погодными условиями в школах уборку перенесли на следующие выходные. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.